Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед? В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. У других звонит будильник, мне будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудит в срок, у него свои заботы, начинается урок. Пап-пап, па-па-ра-па-па-пап, па-па-ра-па-па-пап, па-па-ра-па-па-ра-ра-ра-па-пап, па-па-ра-па-па-пап. На рабочий день проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа. Спорит, кто теперь играет в нос, кларнет или труба? Те, кто музыку не любит, очень злятся, ну и пусть. Но зато мы эту песню заучили наизусть. Я все больше привыкаю, и поверьте мне, друзья, никогда не засыпаю, если не услышу я пап-пап, пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап. Котя, но хоть ты догадался, почему утро начинается с этой песни? Нет, не догадался. Да потому что у Эдиты Станиславны Пьехи сегодня день рождения, с чем мы ее и поздравляем.